Повторяю, бегите из Сити-17, если вы все еще там. Прошу вас со всей убедительностью, на которую я способен. Итак, снова здравствуйте, это снова курящий из окна. Да, он не замолкает, слушайте, надо загружать игру. Я просто хотел вам... Так, все, сейчас разберемся. Я просто хотел вам показать все мое удивление от того, что происходит. Да ё-моё, он и здесь не замолкает. Значит, надо отсюда все-таки уходить. Просто первый раз на меню видел, чтобы в меню еще что-то разговаривало. Да еще и с субтитрами. Ну и так, давно мы с вами не виделись. Надеюсь, в этой серии я не буду тупить, но... Естественно, это очень маловероятно, что я не буду этого делать. Что-то у меня тут абсолютно нет оружия, а мы сбежали, наконец, из этих катакомбов. Все какое-то желтое и непонятное. Поэтому пойдем смотреть, что нас ждет. Мне вообще-то эта локация очень напоминает одну из локаций Fallout 3, по-моему, а не Fallout New Vegas. Так, а куда мне бежать-то? Сказал я опять, что не буду тупить, и в самом же начале, по-моему, не понимаю, куда мне уходить надо. Не. Это невозможно просто его на заднем фоне. Я просто не знаю, может быть, мне что-нибудь говорит еще Алекс? Так, сюда меня пускают? Или, может быть, он мне что-нибудь полезное говорит? Так, ну неужели прямо в самом начале серии меня отсюда будут выгонять не пойми куда? В смысле, не пойми куда, а понимать, что делать. Ну, сюда я могу залезть. А вышел я, судя по всему, оттуда. И мне еще снова отрубается клавиатура. Чё же мне делать-то, господи? Всю жизнь нормально работала. А, наверное, все-таки сюда. Вот это я могу сломать, точно. Разобрались. Если сейчас еще и клавиатура придет в себя, то это будет вообще здорово. Но клавиатура почему-то приходить в себя не хочет. Так, кто здесь? А, ладно, глюки глюками. Просто странно, вроде как я отключил уже все беспроводное, что у меня было подключено к компьютеру, кроме как этой клавиатуры, а все равно она почему-то тупит. Ладно, не особенно это меня волнует. Крамере, у меня, как всегда, есть оправдание. Не, давайте все-таки я сейчас разберусь, секунду. Ну вот, одну из возможных причин тупления моей клавиатуры я устранил. Сейчас посмотрим, поможет или нет. Чё-то я сомневаюсь в этом, но... Да, чё все так быстро и вообще, где Алекс? Почему меня мочит-то? Алекс, ты где? А, вот ты. Да, кажись, получилось, но... Чё-то у меня оружия нету, это вообще очень плохо. Приходится различным подручным мусором их всех убивать. У меня просто проблема в том, что у меня две одинаковых клавиатуры рапушных. Ну, такая фирма есть, рапу, я что-то к ним привык и уже третью клавиатуру меняю. Просто одна из них была залита чаем и вообще чем-то сладким, а потом я ее внезапно отмыл, и она внезапно отмылась. Но вот как-то... Я ее забыл выключить. Хотя она ни к чему не подключена, и может быть она все равно издает какие-то странные сигналы на мой приемник от клавиатуры, на которой я сейчас играю. Возможно, в этом проблема. Я вообще ничего не соображаю, куда мы идем и зачем. И главное, почему мы уже убежали от этого чувака, черт знает куда, но не от чувака, а от доктора. Кляйнера. Он все равно разговаривает со мной, его все равно слышно. Зато я помню про F6. Я им пользуюсь! Правда, мне очень страшно. Ладно, меняю клавиатуру, похоже. Не, все-таки какое-то очень странное возвращение у меня происходит в эту игру. Сказал, что не буду, и да. Но вроде эта клавиатура ведет себя более-менее ничего. Надо все-таки, наверное, ей пользоваться. А может быть, они просто устают. Так, мне открыли путь сюда, и... Что-то я начал очень близко в микрофон говорить, опять наплюю, а мне будут жаловаться на разные неприятные звуки. Так, кто меня видит и вообще где? Кто они? Это наши, да? Да, это наши. А это муравьиные львы. Господи, чё игра-то корёт-то в меня, а? Не, надо все-таки потише немножко сделать. Ну не говорите мне, что у меня еще и настройки звука слетели, а? Да, мне кажется, так и есть. Ладно, значит, делаем общую громкость потише. Просто будет очень странно, если... Ай, почему же я это не монтировкой-то делаю? Будет просто очень странно, если у вас еще звуки выстрелов будут проскакивать в моей записи обычной. Так, как затыкать эту дырку? Как затыкать эту дырку, мы проходили в прошлой серии. Я вроде как-то даже помню.
Так, вот так вот. Да какой я с ног? Надо найти, откуда они лезут. Они лезут на свет, я знаю это из старого еще советского анекдота. Так, ну вот, вроде мне сейчас стало более-менее комфортно, но... С другой стороны, я себя стал очень плохо слышать в наушниках. А, это довольно плохо. Так, ну ладно. С ног-то я их буду сбивать, у меня закончились машины. А я хочу все-таки их всех того. Поэтому... Так, вот еще машинка, да? Или она... Так, давайте. Давайте футболить. Лети быстрее сюда. Вернее, отсюда, вернее, хоть куда-нибудь. Так, эту-то не надо сдвигать. Давай. Не в стенку, туда, куда надо. Так, этой машиной вроде все заткнуто. Так, да, вот так. Видел я там, видел. Видел, откуда они лезли. Вот оттуда они откуда-то лезли. Хотя странно. Вроде не оттуда, да, вот отсюда. Где-то, ага. Ага. Блин, показали бы мне такое в Half-Life 2 обычный. Я бы, мягко говоря, испугался, а так-то я хотя бы уже за знакомой ситуацией. Ой, а мне звонят. Прошу прощения. Ну что же, пока что серия не получается абсолютно. А еще я заметил, что, оказывается, мне как-то обычно не звонили в процессе записи, что как кто-нибудь звонит, абсолютно невозможно в процессе звонка остановить таймер снимания, поэтому я абсолютно не знаю, сколько я сейчас записываюсь. Вернее, сколько я буду записываться. Так что... Так... Вы прямо лезете оттуда, да? Ну, что-то не прорисовано, как вы оттуда лезете, но я отлично слышу эти звуки. О! Нас приветствует КДЕЛ! КДЕ это такая, по-моему, оболочка для Linux, что ли, была. КДЕЛ, я не знаю. Да, кто не знает, что такое Linux, всем добро пожаловать туда. Вот она! Вот она дверь, которую я даже нашел. Но здесь просто было некуда лезть. Так, ладно. Давай, Алекс, отстреливайся, мне не хочется патроны тратить, я думаю, ты и сама замечательно справишься. Хотя у меня есть тупой... О, они дверь за собой закрыли. Я только хотел кинуть в них свое тупое копье. О, я даже попал. И даже, по-моему, задел... Ага-ха, здорово! Я задел сигнализацию, и они взорвались. А мог бы сам. Туда-сюда. Ладно, возьмем пистолет. Пистолет не жалко. Интересно, а может быть не стоило тут все взрывать? Может быть, мне подождать, пока все прогорит, и там будет что-нибудь полезное? Я присмотрю за улицей. Да я уже разобрался со всеми и со всем вообще. Но, правда, нет, там есть еще одна такая штука, я думаю, в нее полетит стул. Ой, теперь я буду искать то, что разлетелось из этой аптечки просто... Просто вечно. Так. Но оружие мне дали. Абсолютно мне не мешает то, что... Я вышел на свет божий абсолютно голеньким. Ну, в смысле, не голеньким, а... Без орудия производства. Тут же как, кому-то что-то, да, профессии разные нужны, люди разные важны. Кстати, не помню этот стишок, как там было-то в оригинале? Кто там разное нужно, что там разное важно? Ладно, для автомата у меня патронов не дофига вообще-то, так что пойдем просто так. Я не понял, что ты там, Алекс, хотела разбираться-то вообще, где ты потерялась? Алекс... Ты опять сквозь открытый огонь пошла, а? Или ты осталась за дверью? Да, ты осталась за дверью. Алекс, иди сюда, а? Алекс, ко мне. Дай лапу. Блин, она реально пройдет закрытую дверь, если я убегу отсюда далеко или нет? Я тут поиграл немножко в SimCity. Меня что-то переклинило, она меня задолбала своими багами абсолютно, а вот тут снова захотелось. И теперь я в любой игре ищу баги, кажется, я их нахожу. Что Алекс за мной не хочет? Или я не понял, чего она хочет от меня там? Может быть, мне здесь надо было как-то этот завал разгрести? Интересно, если на тильду нажать? Нет, на тильду, к сожалению... Ой, не показывается предыдущих сообщений, поэтому... Ну, пойдем вперед, посмотрим, что будет с Алекс. Пойдет ли она ко мне, или я пойду к ней. Может быть, я реально просто чего-то не понимаю, и все. Текс. Ну, начались, блин, физические загадки. Я могу эту штуку взять? А двигать? Нет, двигать я ее, по-моему, тоже не могу. Ну, ладно, значит, ищем, наверное, что-нибудь тяжелое. Я думаю, даже вот... Нет, не это. Я не могу ее трогать. А чем мне тогда тушить огонь или что? Не, мне реально надо бежать сквозь огонь туда, наверх? Или я могу все-таки чем-то его затушить? Судя по тому, что туда так легко все кидается, то, наверное, нет.
Или здесь надо просто с разгона это все делать? Сейчас попробуем. Ай, не получается. А, у меня же ничего тяжелого нету вообще-то. Но есть, конечно, что-то немножечко тяжелое. Вон трупики разные валяются. Но что-то трупы я не могу брать, это вообще большое упущение. Я бы мог машину взять отсюда, но... Как-то в машинах там кто-то скребется постоянно. Вообще, может, я тут забыл что-нибудь? Должно же что-нибудь тут быть. Вон, урна, точно. Наверное, урна мне поможет. Хотя она, наверное, в целях поддержания экологии пластиковая, но все равно это единственная полезная вещь, которую я вообще тут нашел. И вообще вряд ли... Вот, почему столько арматуры, столько бетона? Я тут всякие урны ношу. Вообще, может быть, ее попалить немножко? Она обуглится, станет получше. Сейчас она горит? Нет, не горит. Ну ладно, значит, с негорючей урной будем пытаться обращаться. Жалко, тут нету весов. Хотя вообще весы есть, я могу примерно сравнивать вес всего этого. Нет, не хочешь ты. Вон. Угу. Понял. Не понял. Так. Ну ты же горючая, почему ты не взрываешься? Может быть так? Ну я примерно вижу, что там есть вентиль, но как-то... Как-то я не понимаю. Ладно. А, подождите, вот это плиты, их можно брать? Да нет, нельзя. Странно. Так. Залезть сюда я могу. Плиты трогать не могу. Может быть, я отсюда могу это взрывать? Или как-нибудь с разбегу вот так вот? Нет. Ладно, тогда будем идиотами, побежим сквозь огонь. Может быть, мне это поможет? Так. Только главное, быстро! 94, блин! Нет. Быстро не получается. Хотя тут есть эта штуковина. Может быть, мне ее надо очень быстро снести, и я из нее получу аптечку! Аптечку нет, аптечку тоже никак. Не, похоже, это не вариант, похоже... Так наоборот, значит, это тот вентиль, из-за которого тут огонь, наверное, его надо потушить, и будет все зашибись. Только как? Может быть, надо наоборот эту урну подложить вот сюда вот? Я наверняка опять не вижу чего-то абсолютно очевидного, да. Не, даже не сюда, даже вот сюда вот куда-нибудь, да? Ну это, блин, как было Кастельвания, сколько там, 2 или 3 Саймонс Квест, так это Half-Life 2, эпизод 1, Алекс Квесте! Блин, я на самом деле умный, а? Примерно на уровне третьеклассника, мне так кажется. Так, все. Было абсолютно логично, что скорее я сумею стрелять в этот баллон и взорву его, и у меня сломается эта стена. Я войду сюда. Но оказывается, нет. Но тем не менее, все равно мы горим, да? Красота. Красота-то какая. Лепота. И тут бы мне вставить музыку из обыкновенного чуда, но боюсь, что злые правообладатели меня за это покарают. Кекс, опять кто-то здесь. Ладно, Алекс, ты умеешь. Хорошо, что я туда вперед не попёрся. Мне кажется, тут даже... Ты чё в меня наезжаешь? Так, у меня, кстати... Да, уже забыл, что у меня вообще нет монтировки здесь. Вообще, какой это Гордон Фриман-то без монтировки? Текс, ты же здесь, я же тебя знаю. Надо было тебя кидать в зомби, да? А теперь ты будешь тут бегать постоянно. Или нет? Да нет, потерялась куда-то эта мина. Ладно, тем же мне лучше, наверное. Так, аптечка. Нет, мне аптечку. Ну ладно, возьму, фиг с ним. Так, я слышу звуки плоти. Знаете, розочкой. Помогает розочка в голову. Ну и Алекс, наверное, тоже помогла. Да, это называется. Наш зомби был прилежным учеником. Он убирает стульчики прямо как в школе, там на парты или в столовые. Даже не знаю. Вот была ачивка во второй контре, вернее, во второй халфе. Убить зомби унитазом. А ты меня будешь того или не будешь, а? Поднеси ее сюда, я перенастрою схему. Точно, у нас же Алекс главный инженер. Все время это забываю.
Так, а у нас там что, еще и снайпер сидит? И мне, наверное, ее надо в снайперы стрельтру-тру-тру-тру-тру кидать. Или что? Я как-то пока что не очень понимаю. Ну, проверим сначала на тему снайпера. Может быть, она найдет, что называется, героя? Так. Нет, что-то как-то не хочет. Что-то у меня проблемы появляются, наверное, позже, чем я их нахожу. Так, вот еще одна, да? Так, Алекс перенастроила ее спиной, все получается. Так, у меня вообще... Подожди! И че? Улицу обстреливает снайпер, мы не сможем пройти. Ну, давай сдаваться. Как раз сейчас футбол начнется, там Лига Европы начинается, мне как раз пора, так что... С вами был Курящий из окна, Алекс говорит, что мы не будем дальше играть, пока. Но, наверное, все-таки нет. Была какая-то ачивка, связанная с этим снайпером. То ли надо было, чтобы только Алекс его убила, то ли убить его из его же оружия, я не помню. Ну, короче, фиг с ним, пускай он отвлекается на мины. А мы пройдем куда-нибудь сюда. Так, снайпер. Снайпер, ты меня, наверное, кажется, одного удара сможешь убивать, да? Так, дай-ка мину вот туда тебе. Вот туда тебе, минус один снайпер. Может быть, еще и минус второй. Где-то здесь был второй, по-моему. А может быть и нет. А может быть и да. Так, там еще и чужие мины злые, да? Ну ладно, ачивку я не получил. Значит, видимо, я сделал все очень тупо, но логично. Но как-то я потупил сам... дали мне вовремя гранаты. Отличный бросок, Гордон. Этот снайпер чуть не снес мне голову. Да не ври ты, там сидела в засаде. В смысле, в закрое, в смысле. В смысле безопасности. Хотя нет, вру, она побежала за мной, но совсем немножко пробежала. Я заберусь наверх и посмотрю, что за тем забором. А давай мы пойдем вместе, а? То тебя там убьют и все. Вообще, почему ты умеешь лазить, а я не умею? Ну сейчас она откроет мне дверь, а я буду держать наготове гранату, а то вдруг там... Алекс. О-о, улица перегорожена баррикадами. Да что ты говоришь? Беги, не останавливайся, окей? Я тебя прикрою, не волнуйся. А затем, как подашь знак, побегу к тебе. Похоже, я смогу спустить тебе лестницу. Надо только выбить щеколду. Так куда мне бежать-то? Это ты откроешь мне здесь? Она слегка заржавела. Есть. Достанешь? Ты про какую лестницу вообще, женщина? Какая щеколда? Какая лестница? Я понимаю еще вот это. Или по водосточной трубе ты имеешь в виду? Да нет. Целится в тебя кто-то? Или это Алекс туда целится? А, вот эта лестница. А теперь объясни мне, пожалуйста, как ты, находясь там, скинула лестницу здесь? Ну ладно. Побежали. Это-та-та-та-та-та, Алекс. А, это ты целишься? Господи ты, боже мой. Ой-ой-ой-ой-ёшеньки! Ай-яй-яй-яй-яшеньки! Ой! А, она мне сказала бежать, так чё ж я их отстреливаю? Надо бежать. Я так думаю, еще бы загородить проход чем-нибудь таким хорошим и правильным, блин. Ладно, сюда не пускают. Сюда не пускают, туда не пускают. У меня еще граната есть еще. Но гранату мы оставим для себя. Там обычные люди совершают самоубийство последним патроном, а я буду брутально совершу самоубийство последней гранатой. Так, вы опасны? Текс, я думаю, на вас можно и пистолета, да, хватить? Да, наверное, так. Так. Ладно, Алекс, ты все умеешь, я в тебя верю, так. Алекс, стреляй, я их вывожу на тебя. Ну давай. Ну что ты такая косая? Ты же себя стрелял хорошо. А тут что-то как-то... Да. Ди-ду-ду. Да блин. Ага. Вот так-то получше будет. Наверное. Так, тут... Не, реально, Алекс как-то... Очень мало мне помогла в этом процессе. Если я правильно понимаю, это она стреляет. Это наверняка стреляет все-таки она. Так, но тем не менее, у меня довольно мало здоровья. Мне надо бы... Да. Мне надо внимательнее смотреть. О, велосипедик, мы тебя с первой серии не видели, а? Я тобой снова кого-нибудь замочу. Правда, по-моему, в первой серии зря я ящики так долблю. Но хотя, с другой стороны, иначе бы я не заметил вот это вот, да? Ладно, меня уже приучили, что это... Алекс, блин, как правильно говорятся английские слова, где множественное число того, что с S на конце и так. Алексис, по-моему, да. Так, велосипед мне поможет. Ой, машинка.
Машинка, иди ко мне. Ты, по-моему... Нет, ты не Акана, ты что-то тоже такое русское. Не силёная в моделях. Ну нет, для Акиты слишком большая. Так, ну опять обнаружены легкие. Требуется медбрат. Внимание, состояние критическое. Чё-то как-то борзо, слушайте. Ладно, побежим быстрее. Загораживать дырочки. Я не пойму просто, кто по мне стреляет. Меня же явно не муравьиные львы бьют. Меня явно бьет какой-то снайпер, да? Да, вот ты снайпер как раз. Алекс, давай ты его замочишь. Мне это не нравится. Мне это определенно не нравится. Давайте кинем в него велосипед. Может быть, мне повезет? Да. Как там? Джеронимо! Нет, Джеронимо надо говорить, когда падаешь куда-нибудь. Сверху! Ну! Если Алекс не такой снайпер, то я-то снайпер хоть куда? Так. Или это... блин, вон турелька. Чё ж я такой тупой-то? Что вы меня все время роняете? Нет, чё-то мне надо орать, я не могу орать, когда у меня в уши ничего не орёт. Надо делать звук погромче, и вообще сейчас я пойму ситуацию и вернусь к вам. Ну что-то я подумал, что да, если я пойму все и сделаю что-нибудь за кадром, то мне будет потом как-то слишком обидно все это делать еще раз, поэтому... Ладно, у нас там есть турель, турель нам мешает в первую очередь ее надо мочить. Кстати, турель должна отстреливать муравьиных львов, да. То есть мне, наверное, надо стоять где-нибудь вот здесь вот. Сначала... Ага. То есть турель отстреливает муравьиных львов, Алекс отстреливает того мужика, который бежит там. И все вполне себе логично. Еще у меня была граната, я бы ее с удовольствием и... ну да. Привет. Что-то ты какой-то бронированный совсем. Ну ладно, привет, пока. А у меня теперь муравьиных львов дофигища. Ладно, муравьиные львы — это не турель. Я думаю, что с ними мы справимся полегче. А главное, быстрее с ними справляться полегче. Да, как-нибудь вот так вот. Надо бы их еще было этим самым огнеметом. У меня там была как раз это. Блин, это. У меня там была канистра. Алекс, я верю в твои таланты. Да! Где осторожно, двери закрываются. Следующая станция. Такая-то. Ну ладно, я верю в то, что вы еще пойдете сюда. Так, давайте. Под деревом. Граната. Так, ну и где вы тут? А, вот еще один. Ой-ой-ой, про гранату-то я был абсолютно прав, вон она. Она сейчас еще и взорвется. Успел. Осталось 30 хп, ну чё? Надеюсь, что здесь не будет подкрепления постоянно прибегать. Чё мне вообще тут делать, а? Наверняка надо как-нибудь Алекс сюда пустить. Или Алекс сюда сама прибежит. Вообще, кто по мне? Кто где? Зачем? Дайте я сохранюсь, новое сохранение, мне страшно. А, правда, у меня довольно мало патронов. Алекс молодец, слушайте. А как мне закрыть дверь-то? А то муравьиные львы будут нас насиловать. Жестоко. В прямом смысле. В смысле оказывать на нас акты насилия над нашими организмами. Так, ну где-то же здесь должна быть ПЗУ. Или как она называется? Чем закрывать-то? Вверх-то. Или Алекс чё? Или Алекс там будет колдовать у этого? А мне надо просто отбиваться от них? Чё мне делать? Где мне делать? Они же открывали как-то эту дверь. А есть лестница туда? Эта часть позади. Ну это здорово, давай. Открывай дверь. Угу. Боже мой. Чё взорвалось? Похоже, реактор вновь начинает накаляться. А, это. Реакция быстро набирает силу. Наше ядро. Наше кор. Хард. Дайте хоть посмотреть, как оно взрывается. Пошла найти другой путь. Но у нас совсем нет времени. Я не знаю, на кого смотреть, на Алекса или туда. Идем. Я хочу посмотреть еще раз, как оно взорвется, но боюсь, что оно больше не будет. Короче, так куда? А, ты мне открыла дверь прямо сюда. Просто оно так отражает все, что я даже не понял, что это. У меня чего-то очень мало всего полезного. Но новая загрузка. Новая загрузка даже должна будет начаться примерно отсюда. Вообще у меня сейчас уже футбол начинается, ну да ладно, пока там... Сколько сейчас? 9:58. Ну пока там гимны отыграют, да и вообще меня обидели, что Зенит не показывает по общедоступному НТВ. Так что придется пиратить. Блин, я даже канал Наш Футбол покупаю, но покупать футбол и всякие НТВшные...
которые мне нужны. Раз. В месяц. А то и раз в два месяца. Это несколько странно. Так, по-прежнему становится громко. Да блин, я уже не знаю. Все-таки для следующей записи надо будет подправить звуки. Убрать громкость, а то невозможно вообще. Так, короче. А может быть я... может быть я громкость микрофона убрал? Но вряд ли. Вообще, что-то сегодня в новостях прочитал, что оказывается на сайте НТВ Плюса можно посмотреть трансляцию отдельно. От 55 до 90 рублей. В зависимости от качества. Давайте не будем пиратить. Давайте я сегодня посмотрю трансляцию за 99 рублей. Посмотрим. Ну хотя, в принципе, мне кажется, что я уже начну записываться, так что я пропущу первую серию и придется смотреть не пойми откуда. Короче. Мы только что нарушили около 50 правил Альянса. Два устава. Так, мне главное... Что это за звук? Угу. Я набрал, по-моему, все, что можно. Отойди от ворот. Подожди ты! Ну чё вы такие резкие-то? Я только, понимаешь... Набрал. Костюм. Вы реально резкие. Ну ладно. Так, хорошо. Я примерно понял, что там будет очень жестоко. Надо постараться быстрее все это сделать. Или же наоборот. Кстати. Алекс, дай ты будешь их отстреливать, а? А меня оставят в по... Алекс, ты где? Нет. Ты не хочешь их отстреливать. Я вообще не представляю, как с таким поведением искусственного интеллекта проходить ачивку, где надо потратить всего один патрон на дверь. Не представляю. Вообще. Ну никак. Так, ну естественно, они не полезут оттуда до тех пор, пока я не подойду заряжать костюм, да? Так, все ли я собрал из того, что я мог? Надо бы этот радиатор спереть на самом деле. Так, где-нибудь еще здесь сломать, чтобы у меня все было полезное. Мы только что нарушили около 50 правил Альянса. Ты повторяешься. Так, все ли я взял? Все взял. Так, это звук кнопки F6. Еще это звук брания мной вот этого. Так. Ну че, понеслась? А, неслась! Надо было еще вообще прятаться сюда. Алекс, тебя убьют или ты умная женщина и уйдешь с линии огня, а? Да. Ты умная женщина, ты взорвалась. Отойди, да не отойду я, мне костюм нужен. Вообще, где моя граната? У меня же была граната. Вот граната. Так. У них граната была раньше, чем у меня. Так. А фиг вам, вот так вот. Вообще интересная проверка такая. Так, ну вы кидаетесь гранатами, вы злые, я уйду от вас нафиг. Алекс, ты там живая еще, а? Сомневаюсь еще крайне. Вообще не, Алекс вполне живая, она даже отходит. Чё это за звуки? Это музыка? Это музыка из Спектрума. Ладно, мы тут немножко... Алекс. Алекс. Тебе темно, может быть, на них посветить. А сейчас отстреливаешься, молодец. Не знаю, что там надо делать, а что, у меня еще гранаты. О, у меня есть еще гранаты. Ловите! Да блин, какой я кривой. Ладно, все равно взорвал. Сохранятся тут или не сохранятся, а? Что-то мне как-то страхово тут сохраняться, пока я хотя бы не взял что-нибудь полезное. Так, ладно, зарядка. Неполная, кстати, наверняка будет, и это довольно плохо. Так, ай, зачем я трачу патрон? Хорошо, что эта штуковина работает не на газу, в отличие от многого в этой игре. Так, ну а костюм, да, костюм я не успел зарядить, костюм у меня практически на полную. Так, какую бы дверь мне пойти? Давайте я от вас буду радиатором отбиваться, а? А, это одна и та же дверь, что ли? Да, это одна и та же дверь. Меня просто подмывает взять с собой эту батарею. Я думаю, она снесет немало хороших товарищей. Интересно, прав ли я в том, что я трачу самый хороший автомат так рано? Давайте я пробую автомат похуже тратить, а? Может быть, эту штуковину туда кинуть? Может, мне это поможет? И снесет там сразу всех вся? Не уверен. Ну ладно, хотя бы зачистил предполагаемое место дислокации, не пойми кого. Блин, мне показалось, это труба для игры. На музыке тут лежит, но, видимо, нет. Так, давайте я поиграю в снайпера. Да, в снайпера мне как-то не судьба поиграть. Ти-екс! Джеронимо, как говорилось. Так, чем мне кидать вас? О, гигантские муравьиные львы!
Как там она называлась? Муравьиная матка или как? Так, блин, а кто в меня чем кидает? Это уже было скорее из этого. Из-за Counter-Strike, флеш-бомба, флеш-граната. Так, пока что, наверное, солдат мочить не стоит. Потому что они тоже от нее отстреливаются. Блин, как страшно. Где ты? Где ты? Где ты? Блин, это же было уже, я же это помню. Может, тебя машинкой покидаться, а? Малина! Так, где? Где лечилки? Я уже все лечилки потратил. Не, не все, но почти все. Так, мы ее замочили или нет, а? По-моему, мы ее замочили. От нее еще должны были ферроподы остаться. Или их надо было как-то отдельно доставать? Ой, как вовремя я нашел снова подрывные, в смысле эти подствольные гранаты. Как раз все получилось, и я их нашел. Так, откуда у меня муравьиные львы лезут? Надо с ними что-то делать, причем желательно быстрее. Вот они оттуда лезут. Делаю ее, я с ними все быстрее. Как там? Пелось в песне «Тихие игры». Под боком у спящих людей. Пока в доме спят даже мыши. Мальчики знают, что нужно все делать скорей. И мальчики делают все по возможности тише. Авторство. Кстати, по-моему, это не Илья Кормильцев писал. По-моему, это как раз сам Бутусов писал. Не помню, было он у Тилоса под Пилиуса. Оу. За нами летит наблюдашка. Было у нас, вернее, у Наутилуса Помпилиуса несколько песен, которые тоже написал Бутусов. Точно помню, что это был шар цвета хаки. По-моему, все-таки тихие игры. И вот что еще, я не помню. Давайте сохранимся на этом месте, а. Тем более у меня еще голос садится абсолютно. Сейчас, подождите. Музыка заиграла такая красивая. Не хочу. Не, все-таки захотел, потому что как-то сложновато. Алекс, почему ты покинула боевую позицию, а? Мне вообще-то кажется, что... Текс. А был ли у меня этот стреломет? В смысле, арматура-мет? Ну блин, такой эпик. Причем это не эпик фейл, как обычно. Это прямо эпик-эпик. Ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду! Где вы все? Зачем вы там? И вообще, мне вас надо мочить, или мне надо что-то с вами красивое такое делать? Так. Вообще, мне кажется, мы идем куда-то в полезные глубины. Зазеркалье. А может, и не зазеркалье. Слушайте. Мне вообще реально обидно, что я пропускаю футбол, и, по-моему, я записываюсь все-таки более-менее около получаса. Поэтому в эпик мы с вами отправимся потом. А пока что это был Курящий из окна. Смотрите, подписывайтесь. Смотрите на Алекс, вон она какая красивая в свету. Ни одной морщинки. Пока.